апреля 24-го, 9:30, а я уже аж за судаком возле Солнечной долины. И хочу побывать вот на этих горах знаменитых, где я еще не был. Оказывается, есть такие. Вот где вот сам мостик подвесной, мне туда, все края. Так, вот перевальчик. Справа очередная Сюрюкая, впереди море, Лисья бухта, киногородок. А мне налево знаменитой арки Каменное кольцо. А там невообразимых далях, обалдеть, снег на Бабугане, обрывы Айпетри, Медведь-гора, этот Алчак видно, за ним суда, обалдеть. Да. Вон синеть начинает небо в кольце. Это озеро Старик или Старик, Меганом. Да. Шикарная, конечно, арка. Похлеще, чем в Кисловодске, и не исписано так. Пару дурачков Саша, Наташа, Виталий Камина. Но это несравнимо с тем, что в Кисловодске записано. А у нас красота. Красота. Особо смелые могут по мостику пробежать. Ну что ж, спасибо. Удивительное творение. Очередное наше крымское. Пойду дальше. На гору пойду. Вот озеро Старик или Старик, возле мечети. Оба, оба, ирисы. Господи, ну почему? У моей Наташеньки сегодня был бы день рождения. Вот это бы я ей подарил, как у нас бывало. Обалдеть. Риски дикие. Впереди Панчарка я. Сейчас штурманю. Покорил еще одну вершину. 459 метров.
Панчарка я. Зато какие виды. Офигеть. Очкидак. И Карадаг наш вулкан. Курортная видно. Здесь солнечная долина, Меганом. Офигеть. Парсук Кая 544. Тоже древний риф. Он выглядывает мыс Капчик Новосоветский. И там вдалеке Ай-Петри видно. Медведь гору, снега Бабугана. Очень крутая тропа. Спускаюсь на перевала Чик-Капу. Не знаю, как я буду вылазить. Куда. Вообще это сейчас узенький гребешок, хребта Чалка. Хребет Чалка. Вот какие вороны, оказывается. Я с ними разговариваю. И не поверите, они отвечают. Еще не так много. Не планировал я, но все-таки дойду до вершины Делемет. Западного крыла Эшкидага. Не хуже, чем на Демирже. Есть предвершинный взлет. Машина Зеленетка Я 611. Карадаг. Курортная Лисья бухта. Буду уходить. Прощальный взгляд на далекий Карадаг.
И вот очки дак. Какушка я, где мы были с Наташей в 13 году. Карака я и кушка я вон там. Все, а мне на запад. Малое кольцо. Не верится, что я там на вершине стоял. Сейчас еще сюда выйти. Обратный подъем дался тяжело. Пионы вот-вот раскроются. А сегодня 6 апреля. Еще тут я не был. На этом утюжке. Весь мой путь как на ладони. Вот такой получился маршрутик. Через каменное кольцо на Делеметка Ю и обратно. Трек не пишет, но шаги показывают 22 тысячи уже пройдено. Ну еще вон километра полтора. На целый день. Классно. Почти 5 вечера. Тут я сегодня буду жить. Такой день 6 апреля 2024 года. Горы, море, сказка.